Моя любовь по жизни Алла Борисовна. Здравствуйте, дорогие друзья. Несколько лет занимаюсь куклами, и вот моя любимая кукла сподвигла, естественно, и на кукол где-то меня Аллочка, Алла Борисовна. Давно лепил и рисовал, и это все вылилось в куклы. Аллу Борисовну люблю безумно все ее песни. Она мне всегда помогала в жизни. И когда болел, и когда радовался, и в любых жизненных ситуациях можно найти ее песни, которые тебя поднимут, которые тебя вдохновят на какие-то новые работы, на новые жизненные пути какие-то, да. А как возникают образы Аллы Борисовны? Во-первых, они приходят по фильмам, по клипам. Вот сидишь, лепишь одну куклу, и вдруг слышишь Аллу песню. И хочется сделать уже именно из той песни, из того же клипа, который ты слушаешь. Поэтому у меня Алланных образов неимоверное количество. Я их все даже не могу показать, потому что их очень много, я их делаю, они еще не все закончены. Но, конечно, их все покажу. В кукле Алла важно все. И руки, и лицо. Лицо, конечно, у Аллы вообще до такой степени всегда разное, что просто невозможно его передать. Я пытаюсь это сделать. Где-то это выходит, где-то нет. Даже ее волосы, ее прически, они настолько разные, настолько создают разный образ, поэтому и выражение рук, и выражение глаз, и я пытаюсь их показать, всю свою любовь в этих куклах. Ни одной одинаковой куклы нет, потому что каждая начинается с нуля, лепится фигура, все, голова. Ее можно сделать, чтобы у нее менялись лица. Это будет одна уже кукла. Но вообще каждая кукла разная. Одинаковых нет. Не штампуется. С гитарой, почему она получилась? Я сделал Высоцкого по заказу. И тут мне сшили джинсики для Аллы. Я мечтал давно, чтобы у Аллы были джинсики. Я очень люблю в этом образе женщину, которая поет. Это свитерок, джинсы. И они у меня случайно сели на окошко вдвоем. Я думаю, боже мой. Прям сценка получилась. Алла же встречалась с Высоцким. У них были там какие-то вечеринки, они там пели, стихи читали. Я думаю, ну прям вообще вечеринка 70-х годов. Они очень гармонично сочетаются. Понятно. А если у вас какая-то еще идея, еще не реализованная? Их еще много. Ну разве ее можно всю реализовать? Это же невозможно, там куча всего, столько песен, столько образов. Она всегда сама разная, то полненькая, то худенькая, то интеллигентная, то разбитная такая. Поэтому это очень сложно. Ну вот эта кукла, она какая-то универсальная, ее во что ни одень, Алла и Алла все равно, хоть в брюках, хоть в платье. Моя любимая.